Яндекс Ньюс. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17:00 на радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня мы обсуждаем одну из важных самых тем в ресторанах, в общепите. Это чистота как в зале, так и на кухне. В связи с этим я пригласила сегодня в нашу студию двух экспертов. Девушку прекрасную в нашей студии. Это Вера Атвара. Она менеджер. Да, с уже сколько лет опыт в этой сфере? 15-летним опытом. И команду кухни сегодня у нас представляет Никита Орлов, су-шеф. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. У вас опыт сколько? Чуть больше 10 лет. 11, мне кажется. Примерно было. Все здесь собрались старички из этого бизнеса. Хотелось бы сегодня поговорить именно вот на такую непрозрачную почему-то тему, да, которую все обходят стороной, даже иногда не уделяют, я бы сказала, должного внимания, да, как внутри кухня, так и просто в зале, на виду у всех гостей. Но я хотела бы начать с такого вопроса и предоставления статистики. Как вот вы обычно решаете вопросы, когда приходите в ресторан как гость? Если вас что-то не устраивает, да, то есть это может быть связано с едой, с той же чистотой, с обслуживанием, считаете ли вы, что нужно вот на месте решить эту ситуацию и получить какие-то комментарии от руководства, или вы потом придете и напишете отзыв в Фейсбуке, или вообще ничего не напишете? Вот, Никита, как? Ну, я думаю, что сразу надо обращаться к официанту. Да. Если в чем-то серьезная проблема, то тогда он позовет менеджера, и вы уже будете разговаривать с ним. Ну, это вопрос зависит от конфликта, который у вас возник, или что у вас за проблема. Но в основном все вопросы решаются очень быстро, довольно сразу на месте можно решить. То есть вы вот за локальное решение, да, сразу вопроса. Окей, Вера, как вы считаете? Тоже смотря какая ситуация, и если эту ситуацию можно решить на месте, да, в плане грязный столик. Да, ну я про такие базовые истории говорю. Ну, конечно, в начале официанта, как бы поменять столик, лучше поменять, конечно. Вот. Если что-то серьезнее, то, конечно, лучше говорить с менеджером. И я уверена на 90%, что, в принципе, все решается на месте. Я тоже плюсую, я считаю, что есть смысл поговорить на месте, и если не получается, то тогда уже написать какой-то отзыв, да, придать этому случаю огласку. Вот. Почему я сегодня задала этот вопрос? У нас будет разбор одной истории, достаточно такой скандальной, которая 2 года назад набрала определенную популярность, да, к сожалению, не имеем права говорить конкретно с какими заведениями и торговым центром это было, но я думаю, что и от этого история не будет менее интересна. Прежде чем я начала это мини-свое расследование пару лет назад, я также сделала опрос вот касаемо того, как люди привыкли решать ситуации. 48% голосовавших сказали, что они за то, чтобы решать на месте, 42% напишут отзыв, и 10% вообще не будут разбираться, потому что им это не надо, и ничего это не поможет, да, ничего не решит. Вот. Соответственно, я тогда постараюсь как можно кратко рассказать саму историю. Дальше будем дискутировать, высказывать свое мнение. Ну, я, конечно, напомню нашим радиослушателям, что мы по традиции ответим тоже на все ваши вопросы, выслушаем ваши истории, связанные с ресторанным бизнесом. Напомню, телефоны для связи с нашей студией – это 67212939, 67213939. И если вы хотите что-то написать нам в WhatsApp, то это 2306191. Значит, история. Это было пару лет назад, как я уже сказала. Мы с мужем отправились в один из торговых центров, занялись там какими-то своими делами и позже захотели пообедать быстро, как это и бывает, да. И мы присели за один из столов, и я обратила внимание на то, что при
наличие открытой кухни, где работает повар на виду у гостей, он не соблюдает санитарных норм. Соответственно, работает, ну окей, без перчаток, это сейчас не так уже актуально, да, но тем не менее. Он говорил по телефону, другой рукой замешивал еду. Он слушал музыку, перебирая периодически наушники, которые, естественно, ему мешали, потому что, ну, руки опущены вниз, это интенсивные движения работы с тестом. Опять же, он поправил наушник, поправил телефон и дальше замешивал это тесто. Я уже удивилась, думаю, ну, странно, тем более человек просто за стеклом стоит. Дальше начала смотреть по залу и увидела, ну, достаточно неприятную картину, что везде просто не то, что там, ну, пыль, которая скопилась за день, а пыль, которая скопилась, ну, за полгода точно, если не больше. Огромные такие уже, как мох, нарос на предметах декора, на труднодоступных местах. Но это находится вот прям, ну, не соврать, в радиусе 20 где-то сантиметров от головы гостя. Соответственно, если подует какая-то там сильная вентиляционная, ну, поток воздуха, то это может спокойно этот шматок пыли отвратить упасть тебе в суп, в пиццу или еще куда-то, да? Ну, действительно, очень неприятно и опасно для здоровья, потому что все мы знаем, что как раз на всех вентиляциях хранятся вот эти бактерии, вирусы и прочее. Вот. И я, значит, подумала, что же делать в этой ситуации? Нужно писать какой-то гневный пост, приложить все фотографии. И решила пойти другим путем. Думаю, я поступлю вот правильно, да, как человек, который хочет помочь этому ресторану, потому что, в принципе, место, ну, такое в рамках зайти пообедать в торговом центре вполне себе. Я написала на электронную почту этого заведения. Приложила там фотографии, рассказала об этой ситуации, что вот так и так, обратите, пожалуйста, внимание, действительно, ну, ходим в ваше место, и вот не очень приятно это видеть. Прошло 3 недели, никто мне так и не ответил. После этого я думаю, ну ладно, надо сходить еще раз, посмотреть, может быть, что-то поменялось. Пришли и заметили, что, например, на шкафах, на каких-то полках пыль убрали, но именно в тех труднодоступных местах, которые вот в 20 сантиметрах от тебя, предметы декора, просто вот эта пыль, она еще больше там обросла, уже там какой-то, я не знаю, террариум из бактерий развелся, да. И после этого я тогда думаю, слушайте, ребят, вы, значит, на половину мой отзыв восприняли, ничего мне не ответили, чуть-чуть убрались, но очень поверхностно. Я написала тогда отзыв там в одной из популярных групп в Фейсбуке, связанной с общественным питанием. И, естественно, эта история набрала достаточно такую большую огласку широкую. Люди высказывали мнение, кто-то говорил, что мне там делать нечего, кто-то говорил правильно, потому что мы же там с детьми ходим, нужно бороться за чистоту. И одна из читателей мне посоветовала обратиться к управлению торгового центра, потому что все-таки этот ресторан является арендатором. Вот, и я обратилась. Ответ последовал не через 3 недели, а на следующее утро. Мне поблагодарили за обратную связь. Через 3 часа мне написал член правления этого заведения. Написал ровно 3 строчки. Типа, спасибо, извините за поздний ответ. Ну вот из этой серии. Я ему ответила, что вы знаете, как-то, ну, совсем не клиентоориентированно вы себя ведете. Ну, там какие-то свои комментарии дала. Вот. И после этого еще через день мне написал снова управление этого торгового центра. И сказали, что они получили там письменное подтверждение, что они будут теперь регулярно делать генеральные уборки, будут постоянно, ну, как бы, следить за тем, что у них происходит. И сам торговый центр тоже будет их проверять. Ну, в общем, очень благодарили, что я вот так вот сделала такое мини-расследование, да. Кроме того, когда я эту всю историю осветила, я получила очень много фотографий, комментариев, все это я заскриншотила именно по этому месту, что это не первая жалоба. Вот, такая вот ситуация, ну, произошла. Я, конечно, тогда была в шоке, потому что это, ну, очень популярное место действительно среди семей, среди детишек, которые приходят со своими родителями. И, конечно же, от реакции, что вот хотела по-хорошему между нами, как говорится, по-тихому донести, на электронную почту написать, а в итоге пришлось вот это вот все устраивать на все социальные сети. Вот как вы считаете, со стороны менеджмента, Вер, почему себя так ведут главы заведения? За них не отвечу, конечно, но не такая точно ситуация была, не по частоте, но было тоже от... Чуть-чуть поближе, от того, кто нам сдает помещение,
Он мне лично написал, говорит, ну, к вам не пришли жалобы, ко мне пришли. Я сразу, ну, дал мне телефон, имейл, я, естественно, сразу отреагировала. Почему не отреагировал менеджер именно этого заведения? Я думаю, он просто, ну, моя точка зрения, что он дал как бы указ ниже стоящим лицам с этим разобраться, но, видимо, и ниже стоящие тоже сделали на кабы как. Но это уже последствия. Почему менеджер, который штатно работает, не следит за графиком уборки, не организовывает какие-то генеральные уборки для своего персонала? В конце концов, у нас на рынке сейчас, ну, даже сейчас мне там в голову приходит как минимум 5 служб, которые не штатно работают, да, а приезжают, например, раз в месяц, раз в неделю, чистят там все, что, уборку, до чего руки у нас не доходят штатно. Ну, единственное, вот как я могу оправдать, это то, что у него был ответственный человек за чистоту. За чистоту. Да. Он на него понадеялся. Это единственное. А сам не решил проверять. Тоже безответственно достаточно. Это... Контроль за ответственность, а, значит, человек не настолько ответственный, насколько он хочет контролировать. К сожалению. Никита, а вы часто встречаетесь с тем, что вот ваши стандарты по отношению к рабочему месту, я знаю, что вы работали во многих ресторанах именно с открытой кухней, где вот люди считают, что, ну и ладно, на меня смотрят, с мобильником там буду в руках, покурю, не помою руки. Вот как вы это часто встречаете в своей профессии? Ну да, бывает. Встречаются такие люди. Ну, обычно сушеф, шеф обходят, проверяют персонал, который работает на открытых кухнях, да, и пытаются пресечь такие непрофессиональные действия. Но, к сожалению, да, есть люди, которые сидят в телефонах, хотя они на открытой кухне находятся. Это же, ну, неуважение к гостю, который проходит около открытой кухни. Мы всегда стараемся с этим персоналом найти какой-то контакт и объяснить, что так делать нельзя. То бишь, про то, что вот покурил, не помыл руки, это тоже карается постоянно. Не знаю, почему это происходит. Наверное, недостаточно обученный персонал и недостаточной слежки за этим персоналом. Но тоже, как бы, мы все взрослые люди и должны понимать, что мы делаем. И, я думаю, должны относиться к своей работе профессионально. Но, к сожалению, встречается, да. Какие методы вы используете? Вот вы су-шеф, да, у вас есть штат, за который вы отвечаете, правильно? Если вы видите, что вот человек нарушает некие стандарты, да, то есть будь то покурил, не помыл руки, будь то вышел в одном кителе на улицу, да, или ходит все время в грязном кителе, что вы делаете? Вы сначала говорите? Мы сначала говорим, мы сначала разговариваем, конечно. Обычно я стараюсь не говорить прилюдно с человеком, ну, не при всей кухне, а просто выхожу с ним на улицу, на черный вход, чтобы никто не видел, все мы спокойно обговариваем, я объясняю, что так делать нельзя. Если же это продолжается, то уже в ход идут объяснительные. Обычно стандарт у ресторанов то, что три объяснительные, потом уже увольнение. Но насчет чистоты всегда строго относимся. До штрафов мы обычно не доходим. Это уже как-то старо, мне кажется, но бывает, где-то встречается, да. Ну, в общем, как-то так вот разбираемся. Обычно люди с первого же разговора, они понимают, что так делать нельзя, и прекращают. Но, да. А как быть, вот мы на одном из первых эфиров, да, открытой кухни обсуждали, что, ну, ни для кого это не секрет, у нас сейчас огромный наплыв студентов из теплых стран, да. А как быть с тем, что у нас абсолютно разный менталитет и отношение к этой чистоте? Вы встречали уже в своих коллективах там ребят приезжих из Пакистана, Индии? Да, были из Узбекистана. Из Узбекистана. Да, очень часто из Узбекистана. Но из Узбекистана мне как-то попадались очень чистоплотные ребята, они... Все чисто делают. Они даже не курят. У них как-то у них культура так развита, то, что они не курят. Ну, большинство, как я заметил. И поэтому как-то особо с ними проблем-то не было. Максимум там в телефоне, может быть, сидит. Ну, в общем-то, большинство проблем как-то с непрофессиональными ребятами, которые не относятся профессионально к своей работе, и все. А из Узбекистана нет, как-то не особо.
Да, просто я вот что тоже слышу часто вот от гостей, да, те, где открытая кухня, например, видят, что сменились европейские наши ребята на там студентов из Пакистана, Индии, ну, неважно, да, тоже ребята, которые приезжают здесь деньги свои зарабатывать, у них почему-то вот такое уже предвзятое отношение, что я сюда больше ходить не буду, потому что там совершенно другие стандарты гигиены и там чистоты и прочего. Вот у коллег нет такого? Что именно предвзятое отношение к работникам? Коллегам? Да, да, да. Коллегам, да? Да, да. Не гостям. В общем-то, нет. Нет, нет. Да? Ну, у нас в некоторых местах работал, где индусы, получается, да, на мойке в основном. Да. Они всегда на мойке. Ну, потому что языка не знают, обычно на английском разговаривают, на кухню они никогда не ходят. Обычно на мойке работают. Да. Нет, все нормально, мы с ними общаемся на английском, кормим, все хорошо. Нету такого, что предвзятые отношения, какие-то оскорбления проходят. Ну, это тоже как бы, ну, это не по-человечески же. Я согласна. Да, не зависит уже, в принципе, от национальности, от человека, ты там и там может присутствовать. Да, да. Ну, касаемо вот этой ситуации конкретно, естественно, это не один случай, да, это не то, что вот я там, 2 года назад это встретила. К сожалению, через один я вижу то, что заведение готово вкладываться, например, в блог, да, там, в блогеров, которые делают рекламу, например, вкладываться в красивую дорогую посуду, в стильную униформу, да, которую мы все знаем, стоит очень немало денег сейчас, в меню, какие-то декорации, но забывают самое важное – чистота. И недаром говорят, что да, там, по уборной можно тоже судить, насколько вот это будет тогда чисто в других местах, если в этом месте нет там, того же графика уборки. Вот, что вот с этим делать, как это поменять? Потому что получается, что в своем, ну, ты находишься в своем заведении, ну, как работник, получается, плюешь свой колодец, или как это? Ну, это прежде всего, это ответственность, да. Чистота в зале, и в туалетных комнатах ресторана, это, ну, вот. Как я считаю, это забота и комфорт для наших гостей. То есть, если у нас в ресторане чисто, мы заботимся о том, чтобы гость к нам приходил, что ему как бы нравится то, что везде чисто, нет запахов лишних, ничего не валяется на полу, опрятный официант, столики чистые, и салфеточки, и все, приборы наполированы, как бы. Все это для того, чтобы было комфортно и уютно именно гостю. Если, ну, у меня так повелось, все, кого я нанимала, мой персонал, под один все вот, и насчет Узбекистана тоже хочу в защиту вступиться. У нас тоже были повара из Узбекистана, все они чистоплотные. Никто не курит. Поэтому как бы с этим не было проблем. И всегда у них чисто, все столы чистые на кухне, сами опрятные. И насколько опрятен персонал, так и будет в ресторане. То есть от менеджера, в принципе, по старой моде чек-лист, да, что-то должен выполнить, что-то должен проверить перед тем, как открыть ресторан. На удивление, моя одна из лучших посудомойщиц тоже придерживается чек-листа. Это очень похвально. И как бы свободное время и время по графику все как бы ухаживают за рестораном, то есть смотрят за его чистотой. И если у посудомойщицы или уборщицы нет времени подойти в туалет, в туалетную комнату, любой официант или помощник официанта, который проходит или в этой зоне находится по своим делам, посмотреть, дополнить бумагу, тоже смотрит за чистотой. Ну, мне кажется, это все зависит все-таки от человека, от того, насколько он ответственен там, где он работает, и своей чистоплотности. Мне еще приходили такие комментарии, что это зависит еще от класса заведения. Мол, вот вы, Валерия, сходили в этот ресторан, но он же не ресторан высокой кухни. Какая там разница, да, что у них там какая-то пыль? Вы же там не платите. Вы, если такая умная, идите в ресторан, где вы заплатите больше 50 евро за одного человека, и вот там вы получите чистоту и наглаженные скатерти, и
чистые салфетки и прочее. Вот мне кажется, это просто полная глупость, потому что возьмем самую крупную сеть на букву М, быстрого питания, да, там даже таблички висят. Пожалуйста, сообщите менеджеру, если что-то не так в уборной, и мы обязательно это исправим. Ну, сколько я вот давно заходила в эти уборные там, да, общественного питания, такого быстрого питания, ну, никогда не было что-то не так. Ну, вот, вот действительно, потому что там налажена эта система. И это не ресторан высокой кухни с сумасшедшим средним чеком. Ну, то есть я не вижу особо связи вот это с классом заведения. Это зависит от людей, от того, как распределены обязанности и зоны ответственности, да. Вот. У нас есть звонки, но мы обязательно пообщаемся с нашими радиослушателями после небольшой паузы. Вернемся после рекламы. Открытая кухня. Микс Ньюс. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы вернулись после рекламы. В эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы обсуждаем чистоту в ресторанах, в заведениях нашего города. Эксперты в нашей студии – сушеф Никита Орлов и менеджер Вера Атвара. Мы продолжаем. Я думаю, что можем начать нашу вторую часть принятия звонка. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Гвидо. Очень приятно. Я по роду своей профессиональной деятельности должен принимать гостей и, естественно, кормить их обедами и ужинами. Так сложилось, что за несколько лет мы имели возможность оценить многие рестораны, в том числе и «Винсент», и «36-ю линию», и «Фейсис», и «Ривьеру», «Ферму» и другие рестораны. И нам порекомендовали в прошлом году «Италиссимо». Сказали, что там те же хозяева, что и в «Ривьере», вот такой же уровень обслуживания. Ну, для того, прежде чем везти туда гостей, мы решили протестировать его и заказали столик на день рождения. Причем просили, чтобы столик нам дали во втором зале, где потише. Пришли, нас разместили, несмотря на то, что ресторан был пустой. Практически нас разместили в первом зале. Когда мы спросили, почему не тот столик, который мы заказывали, они сказали, что таким образом у них идет заполнение. Да? Хотя столик был заказан совершенно в другом месте. Ну, ладно, сели. Меню, заказ, кофе. Я диабетик. Попросил кофе сахарин. Значит, мне официант ответил таким тоном, как примерно в фильме «12 стульев» официант ресторана «Прага» ответил Ипполиту Матвеевичу: «Вегетарианского не держим-с». Вот так мне сказали, что сахарина нет, и не надейтесь. Ну, хотя официант годится мне в сыновья, я сказал: ну хорошо, молодечек, давайте я схожу в магазин, принесу сахарин, потому что я, к сожалению, кофе без сахара пить не могу. Да, и я хочу вам напомнить, что есть определенные международные нормы, по которым права диабетиков должны соблюдаться абсолютно везде. На что все-таки он сделал лицо и сказал: хорошо, я сам схожу. Сходили, принесли сахарин очень, так сказать, так, такой миной. И потом за нашим, в нашем зале, за нашей спиной посадили очень шумную компанию, и практически день рождения был испорчен. Когда мы заканчивали все это мероприятие, я подошел к заведующей, говорю: как же так, мы просили совершенно другой столик на день рождения, мы хотели там как-то посидеть по-дружески, тихой компании поговорить. Ресторан у вас совершенно пустой, никто на эти места не пришел, то есть не говорите мне про какую-то резервацию. Значит, на меня примерно тоже вскинули глаза и сказали: ну, где посадили, там и посадили. Заходит никто иной, как владелец. Ну, мне пришлось обратиться к владельцу. Владелец посмотрел на меня сверху донизу и сказал так: ладно, с рассадкой я разберусь, а про сахарин — это глупости. Вот так наш визит в Италиссимо и закончился. Конечно, работы много, много очень встреч, и совершенно нет времени дальше этим вопросом заниматься, поэтому я рад такой возможности эту историю опубликовать, чтобы люди знали, и чтобы вы могли как-то ее, конечно, все-таки прокомментировать. Спасибо. Спасибо, Гвидо, большое. Сейчас обязательно обсудим.
Я так понимаю, наши радиослушатели эту историю рассказал к моим первым словам, да, о том, что как вы оставляете свои комментарии там, через интернет в социальных сетях или лично. Давайте тогда обсудим, да, потому что тема действительно интересная, и человек действительно постарался, все детали нам озвучил. Mm-hmm. Кто хотел бы первый высказать свое мнение? Наверное, больше к этому вопросу относится именно менеджер зала. Угу. Да, это большая ошибка, что не были записаны именно просьбы звонящего гостя, что нужно потише, что это день рождения, что хотим этот столик. Да. Как бы это все должно, естественно, записываться, потому что это просит гость. Тем более в Италиссимо есть огромная книга резерваций, да, прямо на входе, я очень хорошо это помню. Да, это большое упущение именно менеджера, при том, что гость говорит, что никого не... Ну, пустой ресторан был, тогда вообще... У меня нет идей, зачем она так сказала и почему их посадили именно за тот стол. У меня есть идеи, хотите, озвучу. Потому что по заполнению обычно рассаживают либо ближе к окнам, ближе, чтобы видно было на улице, это, да, что ресторан не пустует. Угу. Что там есть люди, а люди притягивают других людей. Мы сразу заходим, думаем, ой, здесь столько посетителей, значит, точно хорошо. Чисто из этих соображений это вот такое внегласное правило рассадки ресторана. Ну, это да, чтобы с улицы было видно. Чисто вот из-за этого. Я просто понимаю, в каком первом зале у молодого человека идет речь, что он действительно такой больше проходной, нежели уединенный. И, да, с точки зрения его пожеланий, тем более, если это заведение, у которого не 30 посадочных мест, и там не развернуться и не выбрать. Это же огромное помещение в этом случае. Можно было бы как-то посадить. Как вы считаете, Никита? Ну, да, я думаю, то, что надо было менеджеру сразу решать этот конфликт и садить на правильное место. Ну, надо было решать конфликт. Не знаю, почему официант такой неприятный попался, но с Сахарином можно было и спокойно разобраться, не делать какие-то мины, что там сходить в магазин спокойно. Ну да, у нас была передача, тоже посвященная пищевым особенностям. Мы говорили про диабетиков, тогда не успели, но у нас была тема веганства, глютен и лактоза. Но действительно то время, когда не учитывать какие-то особенности у людей, это как минимум странно, потому что это то время, когда все очень на поверхности. И купить вот эти маленькие сахарозаменители, которые вообще ничего не стоят для ресторана, и сколько за этот месяц будет диабетиков, поставить их на полки и создать, опять же, комфортные условия для своего гостя. Ну, я единственное вот не успела спросить у нашего радиослушателя, предложили ли ему какой-то комплимент за это. Даже вот владелец зашел, он же мог сказать: ребят, извините, я надеюсь, что у вас вечер не так сильно испортен, что ваши вот ожидания не совпали с реальностью. Вот от нас бутылка просека. Все мы прекрасно знаем, что бутылка просека по себестоимости от поставщика это ничего не стоит для заведения. Да? Но зато это приятно. Потом Гвидо бы не звонил на нашу передачу и не говорил, что вот, ребята, вот так вот. Но, Гвидо, мы вам сочувствуем, мы надеемся, что таких случаев больше у вас не будет. Еще у нас один звонок, давайте послушаем. А, не успели. Да, я напомню, у нас телефоны для связи в студии 6721-2939, 6721-3939. Кто не успел дозвониться, можете попробовать еще раз. Мы с удовольствием послушаем и прокомментируем. Как вам кажется, снижается ли наша планка того, что мы ожидаем от ресторана, когда мы едем отдыхать, летим отдыхать? При выборе ресторана. То есть, например, какое-то аутентичное место той же индийской кухни. Там вот, кстати, не всегда будет чисто внутри или в уборной. Ну, я если куда-то еду, то я уже знаю, на каком уровне там обслуживание, что ожидать от этого места. Да. Как бы я себя готовлю. И, естественно, если это место окажется лучше, чем я себя подготовила к нему, что мне о нем рассказали или что я прочитала про него, то я, конечно, буду... И отзыв напишу хороший, и это, как бы все, что требуется от меня, и что я смогу сделать. Но так, в принципе, и всем советую всегда готовиться и смотреть, читать, куда вы едете, и что от этого ожидать. И хотя бы поспрашивать у знакомых, куда пойти в этой стране лучше. Потому что есть такие места, допустим, некоторые страны, где лучше ходить именно в те заведения, бары, пабы, кафе, таверны,
где кушают именно те люди, которые живут в этой стране, а не туристы. Там и вкуснее, и разнообразнее, и вид всегда лучше. И цены поприятнее. И цены поприятнее, это да. Да, я тоже. Я обычно не подкрепляю никакие ожидания себе, не готовлю себя заранее. Но если я еду, я всегда хочу попробовать, то бишь, местную кухню, да. И да, особо не ориентируюсь на те места, где туристы обычно ходят. Стараюсь найти знакомого, спросить, где, что, где был, что пробовал, и уже пойти попробовать самому. Ну, ожидания особо, никаких таких особых не испытываю, я хочу просто попробовать что-то новое. Ну, просто мне кажется, ну, вот я по себе, да, сужу, что когда я куда-то лечу, и, ну, в частности, у меня был такой случай в Сингапуре, когда я там работала, было потрясающе вкусное индийское место, вот прям супер ресторан, где, ну, не сравнится вообще ни с чем даже, что у нас тут в Латвии предлагают аутентичные места, да, индийские, безумно красивый вид, там сидели как раз-таки местные, и... В принципе, ну, то есть даже обслуживание было вот прям такое интересное, необычное, ну, то есть такое, может быть, в обычной жизни нам бы показалось это неприемлемым, но там это как экзотика и принадлежность к их культуре, вот, но... Что касается вот той же уборной, зайти сюда было невозможно. Там была абсолютно не закрывающаяся дверь, абсолютно переполненная бумагой ведро, там что-то потекло по стенам, хорошо, что я не увидела там никаких тараканов, что я жутко боюсь насекомых, но, тем не менее, вот я такую поблажку сделала, потому что, ну, как бы я же вот тут пробую такое что-то необычное, что в Риге потом не смогу попробовать. Вот. И тот же самый стритфуд. Возьмите Таиланд, Китай, другую, всю Азию, рынки, в каких условиях они готовят все эти, ну, на гриле то, что они делают, какие-то там необычные блюда для нас. Там же вообще, ну, кажется, что, боже, как это, чуть ли не на полу. Я вот в этом плане, мне кажется, мы занижаем планку, когда летим куда-то. Все-таки здесь мы уже, так, мы же в Европе, мы же на моей стране, здесь можем позвонить на радио, можем отзыв написать, а там с кем ты пойдешь, с индусом ругаться, с владельцем, он скажет тебе... Туристическую полицию. Ну, да, да, разве что. Вот, ну, такие какие-то есть просто особенности. Вот. Может быть, у вас есть какие-то интересные истории, вот, за 15-летний, 10-летний опыт работы вот именно на кухне или в зале, связанные как раз-таки с конфликтной ситуацией, либо между коллегами, либо с гостями, вот, связанные вот с частотой, я имею в виду. Что-то можете вспомнить такое? Ну, слава богу, у меня за мой опыт не было за частоту никаких конфликтов. Наверное, в связи с тем, что и люди около меня как бы ответственны, и я к этому отношусь, что это все-таки это стандарты, которые должны быть в любом заведении. Ресторан это, или это таверна, или это кафе, или это казино, или это любое заведение, в котором есть продукты. Да? Ты должен понимать, что человек все равно пойдет в туалет, он все равно должен помыть руки, ему нужно обо что вытереть руки, ему нужно чем помыть руки. И это должно все время контролироваться. Должен человек быть, который пойдет и посмотрит, хватает ли этого. Естественно, также и с персоналом. Ну, не знаю, по-моему, сейчас во многих компаниях для персонала, что вот он сходил, там, покурил или в туалет, который не надо смывать дезинфектор. Мне кажется, в каждом практически ресторане есть на кухне и но это персонал. Еще требования ПВД, если я не ошибаюсь. Да, да. Мыло, дезинфекция. Да, потому что сейчас уже даже не пропустят, ну, не открытие ресторана без всех этих правил. Вот про ПВД, кстати, как вы считаете, они объективны? Как часто они вообще заходят? Ой, мне нравится ПВД. Нравится? Да. Присидеть весь день с этими отчетами? Во-первых, их сейчас есть такая услуга, вы их можете вызвать. У меня просто вот у клиента на прошлой неделе мы в обычном режиме заходит женщина, мы как подумали, ну, гости, здравствуйте, проверочка. Просто, ну, это действительно так происходит, как снег на голову иногда. Вот, конечно же, в определенном смысле это плюс. У вас было такое, что заходили нет, без? Нет, как снег на голову не было, но мы всегда готовы, то есть
это норма, это стандарты. Угу. Это, мы должны быть всегда готовы к проверке, а мы всегда готовы, потому что мы все равно заботимся о нашем госте. То есть пронумерованные все в баре, на кухне, даты, все это должно быть расписано в журнале, кто прошел, какие лекции прослушал. Ну, все, что вот спрашивает ПВД, все должно быть, ну, не знаю, это уже у каждого менеджера, управляющего, какой чинаж. Mm-hmm. И мне, наоборот, мне очень нравится, что сейчас ты, открывая ресторан, ты можешь вызвать ПВД, чтобы они тебя проверили. Да, и указали тебе на ошибки. Да, и даже подсказали, как это сделать. Да. То есть, ну, мне кажется, это... И такие нормы должны быть, потому что, допустим, в той же Украине, ну вот, не такие активные и работодатели, как бы, не заинтересованы в этом, и также служба. Не знаю, с чем это вызвано, не углублялась, но заметила. У нас как-то есть и график, в туалете висит, допустим, да, кто когда заходит, расписывается, убрал, доложил и тому подобное. И дезинфекторы все эти. Ну, я считаю, что, ну, как бы в Латвии заботятся о госте, о своем, как бы, имени, о своей репутации. И неважно, ресторан ты или кафе, или бар. Ты знаешь, что если с человеком что-то случится именно в твоем заведении, виноват будешь ты. Да, конечно. Страдает твоя репутация. Конечно. Тебя оштрафуют, тебя затаскают по судам. Ну, не знаю, это должно быть вот как-то уже... Сколько там что этих случаев, да, там в небезызвестной группе, самой у нас такой популярной на Фейсбуке, где делятся отзывами о том, кто куда сходил, откуда заказал. Сколько сейчас этих подпольных сушильных, я их не могу иначе назвать. Сушиль? Подпольных? Да, ну каких-то, знаете, подвалов, где крутят эти суши, у них нет ресторана, то есть ты не можешь туда с улицы зайти, они работают исключительно на доставку. Да. И через отзыв, когда я в этой группе еще была, ой, отравились, ой, привезли там кусок фольги нашли в рыбе внутри, в самом, да, уже завернутую, или там осколок какой-то, ну, постоянно какие-то истории. Меня вот единственное, что убивает, вот это наше... как это, ну, абсолютно бесстрашные люди. Почему у нас такой выбор сейчас? Вот есть там Вольт, тот же самый, и Болт Фудз сейчас запускают эти все доставки. Там же есть проверенные компании. С отзывами, откуда можно заказать. Почему люди вот так пренебрегают своим здоровьем? Никита, вот вы находитесь на кухне, и вы непосредственно отвечаете за здоровье этих людей. Да. Ну, как так? Ну, я не знаю, почему люди так захотели выбрать. Вы наверняка видели такие отзывы в Фейсбуке. Ну, я не видел, особо не сталкивался с подпольными сушиделами. Даже не знаю, как назвать их правильно. Да, но как бы контроль на кухне осуществляется обычной системой HACCP, если кто слышал. Да, конечно. Ну, все знакомы, то бишь это анализ рисков и критический контроль. И получается, есть система, мы проверяем температуру, проверяем даты на товарах, и все это подлежит проверке, используем первое то, что пришло, и так далее. И следим за чистотой и порядком. Но почему вот люди выбирают то, что далеко от этого, не знаю, без отзывов, с отзывами. Ну, может, конечно, привлекает цена, но когда они там может еще быть, чек прикладывают, я не вижу прям, ну, такой вот разницы, что аж в два раза дешевле, и поэтому надо рисковать. Ну, мне кажется, неоправдан риск. Я тоже думаю, что неоправданный риск. Лучше идти туда, куда, понятное дело, куда можно посмотреть, увидеть, как работают люди, да, увидеть да, чистоту да. в зале. Зал же это сразу же, это лицо ресторана. Человек сразу понимает по залу, как чисто тут или нет. Может, кто-то из наших радиослушателей расскажет, если пробовали заказывать из таких подпольных контор, чем это закончилось. Да, у нас есть еще время поотвечать на ваши вопросы. Номер в студии 6721-2939, 6721-3939. А пока у меня еще вопросы еще к Никите остались. Касаемо
уровня, вот есть такой прибор, который может вам сказать масло, насколько свежее во фритюре, да, как его надо менять, достигает ли он этого порока уже, когда надо менять, он такое уже черное становится. Да, я понял. Вот как у вас с этим? Мы этим прибором не пользуемся. Меняется масло раз в два дня, либо раз в день, если большая нагрузка на фритюр была. И, ну, сразу же видно, оно потемнело, все, надо менять, оно горечь дает. Да. Да, то бишь прибор для измерения температуры есть лазерный термометр, например, да. И все термометры на холодильниках, холодильных камерах, показывающие температуру, чтобы мы могли следить за контролем температуры внутри камеры, и чтобы продукты не портились. Ну, то бишь все это проходит нашу зрительную проверку, мы записываем все это на бумажках для отчетности, то бишь ПВД тоже требует график температуры, и это все следится. Скажите, а вы смотрели передачу «Ревизора» когда-нибудь? Нет. Нет? Я вам советую посмотреть. Тут, по-моему, я смотрю. Сейчас... Да? Я, по-моему, только в Латвии, ну, этот регион запрещен, нельзя посмотреть в онлайне еще. Ну... В онлайне, да, нет. Нету, да? Вот была просто такая передача, не знаю, есть ли сейчас, самая такой, в пик ее популярности был там уже несколько лет назад, Лена Летучая была такая женщина, которая ездила по России и, значит, врывалась на кухню и снимала весь этот страх и ужас, что творится под стеллажами, под холодильником, проверяла маркировки, вот с этим прибором для масла ходила. Ну, в общем, все там просто проверяла с ног до головы, в том числе и смотрела и зал, там жвачки, пыль, уборка. Это как у Гордона Рэмзи «Кошмар на кухне». Ну, что-то русифицированное, да-да-да, похоже. Ну, так ради интереса, можете, если найдете видео, посмотрите. Вот про товарное соседство у нее все время были комментарии, помните, да, Вер? Правда ли это, что вот в холодильниках не может храниться рядом вот определенный продукт, условно, там мясо должно быть с мясом, молоко с молоком и конечно, так далее? Конечно, да, конечно. Чем это опасно или что запахи впитываются? Опасно это тем, что, как на русском, cross-contamination – крестовое заражение. Ну, то бишь, может сок от мяса, например, если мясо с рыбой лежат вместе, да? То бишь, сок от мяса может как-то попасть на рыбу или рыба на мясо. То бишь, бактерии от рыбы перейдут к мясу или от мяса к рыбе. То бишь, так не должно быть. Да. Готовая продукция, то бишь, полуфабрикаты тоже на своих полках, молочка на своих полках. Все это должно быть по полочкам, да. Не должно быть товарное соседство соблюдено, чтобы не было заражения. Вот. Еще она часто, Вера, вспомнит, 100% замечала, когда, например, делал кто-то заготовку соуса, поставил в холодильник и ложку там оставлял. Она все время с этой ложкой ходила и кричала, что вот, кто оставил. Да. Посмотрите, правда, там, ну, прям есть такие случаи, которые достойны внимания. Давайте послушаем последний звонок в эфире у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, вот на вопрос такой. Есть такая, по-моему, российская передача «На ножах», где персональный повар Ивлев, по-моему, кошмарит там многие российские заведения. Вот у нас что-то подобное в Латвии есть, я просто не видел никогда. Но на самом деле очень интересно, часто смотрю. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Ну... Насколько я помню, у нас такой передачи нет. Вера, все в своих руках. Да. Пора врываться на кухню. Я видел какие-то телеэфиры, где именно готовят вместе с каким-нибудь шеф-поваром. Да. Но такое то, что вот передачи, где вот на ножах, по примеру, да. Не видел. Ну, это очень интересно, потому что я так именно текстово и с фотографиями передавала. Конечно, на кухню никому не врывалась, но то, что доступно зрению гостя, я всегда об этом пишу. Ну, потому что какого черта я пришла, плачу деньги за то, чтобы я ушла туда в безопасности. Ну, прежде всего, если мы уже там не будем сейчас обсуждать атмосферу, музыку, обслуживание, качество, там, вкус еды, а именно вот банально условия, в которых я нахожусь. Тем более, ну, мы в развитой стране, где с этим проблем, ну, уж точно быть не может. То, мне кажется, об этом нужно говорить, нужно выбирать для себя места, особенно если вы ходите со своими детьми, где вы уверены в том, что все хорошо. Но вот под конец программы я бы хотела, чтобы вы дали какие-то советы. У нас уже традиционно, да, в конце передачи гости делятся чем-то. Вот
со стороны зала, на что следует обратить внимание гостю, который, ну, там, не такой, да, знаток вот заведений, чтобы вот сразу понял, так, вот это по пунктам, значит, есть сомнения, стоит ли мне здесь оставаться. Как вы считаете, Вер, что вот три пункта? Ну, первый пункт – это как встретить, ну, то есть встречает, то есть это или официант, или хостес, смотря какое заведение, и по этому человеку уже можно сказать, если он опрятно одет, mm-hmm. если у него не замызганные рукава, не засаленные волосы, не яркий макияж. То есть очень многие факторы как действуют на человека, так и могут быть пунктиком остаться или нет. То есть, ну, это психология визуально, mm-hmm. да, первый mm-hmm. пункт. Второй пункт, если вас услышали, вы сказали, я буду там, нас будет трое, мы хотим посидеть в тишине. Да. Вас услышали, вас посадили именно в такое место за такой столик. Угу. Да, то есть вас слышит, угу. человек опрятный, то есть если опрятный официант, значит, должно быть чисто везде. Вас услышали, значит, вас услышат дальше. Угу. И третий, это уже, допустим, вы ждете гостей, и вам уже принесли меню, и вы можете понаблюдать за оптимизацией работы. Угу, угу. То есть, как быстро вам принесли меню, насколько да. загружен зал. То есть, допустим, сейчас во всех ресторанах оптимизация кассы, да, то есть касса очень много делает, у официанта есть планшет, он уже может, посмотрев на вас, подойти и принять mm-hmm. у вас заказ, и заказ будет отослан на кухню. Хорошо. У нас остается прям буквально на два слова времени, к сожалению. Никит, вот три пункта таких вот четких от вас. Открытая кухня, если. Открытая кухня, если. Да, что, будем на что смотреть? Да, да, быстренько. Правильно подготовленный персонал, то бишь опрятный да? повар. Да. Чистое рабочее место. Да. И скорость работы, я думаю. Супер. Супер. Ну, я надеюсь, что наши гости не будут попадать в неприятные ситуации, будут здоровы, будут ходить в те места, где о них заботятся. Спасибо большое за ваше участие, дорогие да. гости, да, Вера Атвара и Никита Орлов. Сегодня нам помогал звукорежиссер Родион Золотарев. Я Валерия Иванова. Открытая кухня. До встречи в следующий понедельник. До свидания. Спасибо.